Статья «Коллективные награды» рассказывает о том, что в середине XIX века в России существовала система коллективных наград. Ею награждались роты, батальоны, батареи. Награждались штандартами, знаменами, флагами, деталями обмундирования, нашивками на головные уборы. Так, за Крымскую войну было награждено, выдано в качестве награды 260 флагов и штандартов с надписями 20 наименований. В экспозиции музея представлен Георгиевский знаменный флаг, которым награждались флотские экипажи. На нем надпись «За оборону Севастополя с 13 сентября 1854 года по 27 августа 1855 года». 54 части были награждены знаками на головной убор за отличие. А вот здесь вы видите знаки на головной убор с надписью «За Севастополь в 1854 и 1855 году». Они были учреждены в августе 1856 года. Также здесь вы видите нагрудный офицерский знак в качестве тоже вид коллективной награды. Крест железа и крови, он дает представление о неправительственной награде. Она была учреждена участниками обороны Севастополя во время празднования 35-й годовщины обороны. И этот знак, он составной частью вошел во многие полковые знаки в конце 19-го, в начале 20-го веков и является частью архитектурных украшений, в том числе всем вам хорошо знакомого здания Музея Севастопольской обороны, ныне Музея Черноморского флота. Накануне 70-летия победы советского народа над гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны особенно приятно отметить, что 1/3 статей энциклопедического справочника посвящена военной истории Севастополя и флота. Это и персональные статьи о героях обороны освобождения Севастополя, рядовых и военачальниках, жителях города. Это статьи об армейских частях и подразделениях, о частях и соединениях Черноморского флота, кораблях эскадры Черноморского флота. При создании книги сотрудники отдела истории Великой Отечественной войны работали с архивными документами и с материалами фондов музея, с удостоверениями, боевыми характеристиками, краснофлотскими, красноармейскими книжками, военными билетами, фотодокументами. Значительная часть справочника является оригинальной и напечатана впервые. Мы гордимся тем, что являемся единственным в мире городом, который имеет две медали. За защиту Севастополя, учрежденную 26 ноября 1855 года, за первую героическую оборону Севастополя в годы Крымской войны и медаль за оборону Севастополя, учрежденную 22 декабря 1942 года за героическую оборону Севастополя в годы Великой Отечественной войны.